Привет. Цилиндры Басси. Серия CX6. Фольга, начиная от 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. То есть они открываются абсолютно любой фольгой. Если, ну, начинать, как обычно, можно с самых тонких, 0,5, 0,6. Если не открывается, значит, ну, можно брать сразу 0,8. То есть либо 0,5, либо 0,8 можно сразу пробовать так. Фольга 0,5. Ну, лучше тоже придавать форму сначала на ребре и потом перекладывать на рабочую часть. Вот этот цилиндр фольгой 0,5-0,6 работает плохо, даже если открывается, он быстро заклинивает опять. Поэтому я беру сразу 0,8, делаем форму. И когда работаем толщиной 0,8 или 0,7, чтобы она хорошо продавливалась, то мы качаем больше вверх-вниз. Делаем натяжение. Можно сразу начинать с 0,8, это уже по желанию. В общем, они открываются практически любой толщиной фольги. Цена на инструмент будет на сайте, телефоны, ссылки, все будет на видео. Пока.